Мы научились чувствовать себя, мы научились погружаться в свой мир, мы научились чувствовать свой поток, мы научились слушать свое сердце, мы научились видеть другого человека, и при этом это не мешало нашему внутреннему миру. Я поняла, что мы должны жить так, чтобы могли бы видеть из сердца людей, а не мозгом и не глазами.